задание. Как вы думаете? 5 секунд. Как вы думаете, что это? Конечно же, это дрон! Да, друзья, у нас теперь есть дрон. И сегодня мы делаем пробный запуск. Ну, точнее, запуск мы делаем не пробный, а с этим дроном мы снимаем очень много видео, отелей, стройки, ну, много всего. Но для моего канала сегодня мы первый раз будем снимать видео с дрона. Поэтому я думаю, что вам понравится. Обязательно оставайтесь. Я сама не знаю, как это будет выглядеть, но посмотрим. Вот такой вот, вот такой вот у нас дрон. Запускаем мы его от магазина Stephanie Adjivit Bay. Вот Adjivit, все его уже знают. Дорогие гости, здравствуйте, добрый день. Так, у нас сейчас дрон будем снимать вам Алай, наш магазин. Как у вас дела? Да, конечно. А как? Как дела? У нас это вообще классно, замечательно. Такой у нас красавчик, да. Ставим на него пропеллеры, очень мощный, наверное, шуметь будет сильно, но посмотрим. Так, сейчас я чай будешь? Да, чай. Сам дрон, здесь много всего, всякие интересные аккумуляторы и так далее, панель управления. И наш мастер по дрону Кадир. Кадир. Herkese selam söyle. Herkese selam. В общем, друзья, запускаемся. Панель управления. Недавно у нас слетели пропеллеры. Пришли новые пропеллеры. Вставляем камеру. Там. Так, все теперь фоткаются с дроном. Я снимаю их, они фоткаются, фотографируются. Сейчас Кадир делает последние. Последние настройки. Так, теперь пошло время. Теперь пошли селфи. Селфи. Так, теперь смотрим, откуда бы лучше его запускать. Все, полетел. Gelmiş mi olay? Ama ne senin bitiyor biliyor musun? Все, дрон наш улетел наверх. Теперь смотрите видео с дрона.
Все, съемки. Съемки закончились. Мы складываем нашего летающего друга. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно пишите в комментариях, стоит ли нам снимать с дрона или нет. Мы пришли опять в гости к Стефани Даймонд и Дживид Бэй. И многие из вас спрашивали, почему он так хорошо говорит по-русски. Расскажите, почему вы так хорошо говорите по-русски? А я учился в России, дорогие гости, дорогие друзья. Просто еще мы работаем с русским почти 25 лет. У меня был инфакт в России. Я учился в МГУ в Москве. В МГУ? Да, я знаю русский язык. И мы работаем почти 25-30 лет с русскими. Уже русский как наши родные, наши земляки. А как вы попали в Россию? У нас был здесь экзамен, после учебы я сдал экзамен. После экзамена я попал, у нас была сначала подготовка на русском языке, а потом я поступил в университет. С какого вы города? Из Турции. Да. Афьон. Из Афьона? Да, сюда где-то 250 километров. Айхан тоже из Афьона? Он тоже из Афьона? Да. Но он тогда мой земляк. У нас там деревня есть, да. Демирликой, знаете? Ого, это мой деревня тоже близко, Демирликой, 15 километров. Вот наша деревня. Ихсания. Ихсания? Да. Так вот. Айхан тоже из... Да, Ихсания, Демирликой. Тогда сейчас будем дальше говорить, тогда будем родственники будем с ним. У меня в Кемлике тоже Ихсания, я за Демирликой. Его деревня, наша деревня почти 10 километров. Да. Может быть, мой отец и его отец, может быть, друг друга знают, потому что у меня там папа бизнес занимает это, в этой территории. В общем, друзья, мы родственники, земляки. Земляки, родственники. Земляки в Турции. Слушайте, классно. Вишня уже есть? Вишня? Уже вишня будет скоро, через месяц будет. Через месяц. А черешня? Черешня тоже будет через месяц. Да, там у нас сейчас весна очень замечательная, зелень много. Очень там круто. Очень красиво, да. Видите, сейчас у нас товар, друзья, здесь. А, вот видите, привезли ценный товар в магазин. Новый товар привезли. Под охраной. Ну да. Ну, на сегодня мы с вами прощаемся. Заходите в магазин, конечно, смотрите наше видео. Да, на сегодня прощаемся, а так точно. Так не прощаемся. Всегда приходите, друзья. И мне Настя, моя землячка. Улыбательными лицами, да. Обязательно. Да. Поэтому всем всего хорошего, пока-пока. Пока-пока, друзья.